Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И мое видео носит чисто информационный характер. Это видео по зарубежному боксу, без вложений. Значит, закончилась у них акция. Вот здесь вот информация, они дают или давали, я не знаю. Попробуйте, если будете регистрироваться, если кого зацепит. 4000 просмотров. Значит, это вот здесь. Вот где вот. Вот серф. Вы просматриваете 10 рекламок. А сюда загружаете свою рекламку. Это как обмен. Вы свою рекламируете, взамен 10 их. Но здесь как бы вот написано, что у них вот это все закончилось. Но у меня рекламка моя активна. Вот сюда нажимаете, и сюда название попробуйте вписать. Ну, название проекта там, описание сюда, ссылочку нажимаете на зеленую вкладочку, и как бы у вас она появится потом здесь. Вот у меня две активных рекламки здесь я успела. Вот, ну, надо просматривать взамен 10 их рекламок. Далее, по заработку я хотела сказать. У меня есть партнеры. Значит, на чем здесь я как бы можно зарабатывать? Вот на кошлинке ПТС. Да, я вот на данный момент их всех просмотрела. Рекламку. Далее, Affirwall я не просматриваю. Я просматриваю трафик. Вот, обмен трафика. И что интересно, раньше, ну, сейчас, наверное, сделали так. Но кто в таких аналогичных буксах зарабатывал, нам на майн баланс, на основной баланс для вывода, обмен трафика не шел. Да? А сейчас вот давайте тут не сильно. Ну, вот у меня 9, последние три цифры. 992 у меня. Я нажимаю, просматриваю рекламку. И так я вот его тут кручу бесконечно, как бы можно. Сейчас загрузится рекламка. Давай-то быстрее. И денежка капает на основной баланс для вывода, что очень даже хорошо. Так, вот мне вот 0.00200 вот монет этих центов. Далее, так, я сейчас перезагружу страничку. Вот 992, да? Вот эти перезагружаю. Я сейчас баланс, вот смотрите, стало, прибавилось плюс 200, вот стало 6192. Значит, вот он падает сюда. Так. Кто, опять же, повторюсь, захочет присоединиться, у меня на канале есть краткое видео о том, как здесь регистрироваться, как заполнять профили и все такое. Подробная как бы информация. На это наша как бы домашняя страничка. Здесь как бы новости. Здесь будущие новости, наверное, будут. Моя как бы статистика идет. Далее что? Ну, здесь тоже статистика. Есть внутренний чат. И, как мы видим, здесь присутствует админ. Можно общаться, задавать вопросы. В принципе, на этом все, как бы. И на главной страничке тут сделали. Не было, когда я регистрировалась. У них тут все обновилось. Вот проект, смотрю, развивается. Вот сделали. Вот такую заставку они сделали. И как бы партнерские начисления, как бы я поняла. Вот. Ну, а теперь все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.